Всем привет! Сегодня 28 февраля, и мы пришли в городе Риме на манифестацию. Вернее, это не манифестация, это хода. Мы пришли на ходу, которая проводится украинцами против агрессии Путина. Конечно, погода не на нашей стороне. Сегодня дождь, но тем не менее, вы можете видеть, люди собрались, и даже дождь никого не остановил. Le comunità ucraine sono usciti sulla piazza per ricordare che già da due anni continua a morire il mio popolo. Quei russi terroristi che dal territorio occupato del Donbass 415 volte hanno bombardato le posizioni delle forze armate ucraine.